Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Добрый день, друзья. Добрый день. Мы когда-то записывали подкаст, да, где задали вам вопросы. Да, был вопрос. Представьте, что вся земля отравлена. Полностью отравленная земля. И есть только один клочок земли, один остров. Абсолютно здоровый, чистый. И вы один на этом острове. Как будет складываться ваша жизнь? По-моему, так было задано вопрос. Да. И вот давайте. Что бы вы делали? Что бы вы делали? Как бы вы попытались выжить на этом острове, зная, что он весь мир отравлен, чистый, здоровый, а вы, весь мир отравлен. Да, весь мир отравлен, а вы на чистом острове один. И давайте. Ну ладно, с первого начну. Круто, что вы начали давать задание на подумать. Первое, что мне пришло в голову, так не бывает, это невозможно. И тут я понимаю, что это основное мое ограничение. Если я верно понимаю концепцию инфодайинга, то остров – это информационный мир человека. У меня есть выбор покинуть остров и вовлечься в чужие информации, отравиться или пустить к себе. Может, с инфой я перемудрил, но фильтр информации и есть создание острова чистым. Что делать дальше? Вспомнил фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. Аналог Робинзона Круза, сделал бы чучело, объекты для общения. По сути, люди и есть эти чучела. Они отвечают мне в рамках моих концепций, модели моего мировоззрения, воспитания, но с другими. Они могут быть другими. Что делать дальше? Жить дальше с верой спасения, пока находить себе занятия, хобби не дать себе повеситься, искать интересы и наполнять жизнь смыслом, ведь я не могу повлиять на тех, кто вне острова. Если эта концепция верна, то мне напоминает трансерфинг, отвечать только за слои своей реальности. На других мы не можем влиять. Если все не так и много глубже, значит, последние 2 года я вас не слышал. Смотри, много-много-много-много, и все извне притянуто, извне. И пустота. И пустота. Просто, знаете, как я скажу, если вы слушаете, ну, тот, кто написал, что вы в своей жизни выворачиваетесь, выкручиваетесь, всеми силами, чтобы в себя не заглянуть. Чтобы только, да, чтобы в себя не заглянуть, и чтобы только никто не заметил, что, или даже, ну да, что вы в чем-то неправы, или где-то вы некомпетентный, чтобы только никто не заметил. Вы будете стараться разлить, навести эту муть и натянуть всего-всего-всего, проявиться «я очень умный», «я очень начитанный», «я очень весь». И при этом главная суть ваша – это в том, чтобы не заметили. То есть не заметили вашей ошибки какой-то, вы себе не позволяете ошибнуться. Потому что вы должны быть правильным. Знаете, это вот как кто там, каракатица или осьминог после себя чернильное облако оставляет. Каракатица, наверное. Каракатица. А может, осьминог? Я не знаю. Когда каракатица, надо спрятаться, так распылил облако и пошел. Вот это ваш мир ваших знаний. И на самом деле 2 последних года вы нас вообще не слышали. Вот исходя из этого ответа, вы вообще не слышали. Вы набираете материала извне набираете, но вы его не перерабатываете. И не пытаетесь вовнутрь заглянуть. Да. У вас внутри нету там. Да, пусто. Это знаете, как у себя дома завести библиотеку, вот скупать все-все-все книги, но ни одной не открыть. Вот это о вас. И о вашем ответе на этот вопрос. Где внимание, там и создание. Направляю свое внимание на красоту, изобилие острова, в состоянии любви к себе и ко всему миру, с интересом и благодарностью наслаждаюсь жизнью. Вместе с тем, поскольку я вижу внешне отравленный мир, осознаю, чем, каким негативным отношением к себе я создала такой мир, и с изменением моего внутреннего состояния изменяю свой внешний. Где я, там и солнце, где я, там и счастье. Ну, тоже далеко не ушел человек. Тоже, в принципе, знаешь как, суть словила, что суть, ну, как бы быть в счастье находиться, да? Но кручу-верчу, запутать хочу саму себя на самом деле.
Ответа на вопрос нет? Нет ответа на вопрос. То же самое. Оно как бы вот, оно накручено, как миксер. Так наболталось, наболталось, и все. Закрутилось, затанцевалось. Я прям вас вижу, так кружусь, танцуюсь, и все. Следующий. Я бы скорее все жила и наслаждалась этим раем некоторое время и постепенно делала бы вылазки и приобщила вначале своих родных, потом друзей, рассказала бы... А где родные? Подождите. Мы тут про родных не было речи. Вы одна. Ну да, вы одна. Делала бы вылазки и приобщила бы вначале своих родных, то есть вылазки во внешний мир, потом друзей, рассказала бы, что есть такое место, и мы можем жить. То есть вы бы направились в отравленный мир и постепенно бы... Принесли бы заразу в свой, на свой этот остров. Мир, и все. То есть, смотрите, не было, не говорилось про то, что мир весь отравлен. И есть только один островок, где полностью абсолютно здоровая, чистая природа, иммунитет. И вы один на этом острове, а мир весь отравлен. Все, вот оно. И поэтому любая вылазка, смотрите, родственники и так далее. Да, да, смотрите, уже родственники приписаны к тем, кто вы молодец, а они не молодец, но при этом вы будете их тянуть, потому что я же молодец. Ну и, короче, пошла. И пошла игра. Не то, вы запутались. Людей привлекали бы постепенно по одному, позволив им сначала попробовать, что значит жить в неотравленном мире. Позволив, опять-таки. То есть я открыла свой дом, пустила, вы, пожалуйста, покакайте в мой дом и уходите, и решите, будете вы приходить ко мне. И при этом я какать, хорошая такая, я же позволяю. Да, да, однозначно. Да. Вот слушайте, на самом деле такие вещи... Так же, как даже раньше... Даже описать можно, жизнь человека описать даже можно. Да. Я в других постоянно чувствовала какую-то фигню, хотела спасти это больно, но таким образом ничего не получалось. Я растворяла себя и замыкала. Именно меня можно было часто назвать ку-ку. Так, это остров мой мир, я в нем Бог. Значит, я управляю полностью всем, что в нем происходит. Я создаю в нем гармонию, чистоту, любовь и интерес. И раз я создала такое для себя райское место, значит, я чиста. И люди, которые придут в мой мир, мои зеркала легко очищаются, проходя в мой мир, и мы вместе играем в кайфе. Мария написала. Здесь хорошо так. Угу. Здесь, я бы сказала, ответ вообще правильный. Ну, правильно сказать это. Ну, как это сказать? Потом в конце просто приведем. Но вот молодец человек. Да. Близко к себе. Начала бы наблюдать за своим островком и изучать его вдоль и поперек, чтобы максимально гармонично жить в нем. С одной стороны, училась бы использовать благо, с другой никак не загрязнять, не нарушать и не портить, а улучшать. Возможно, впоследствии все равно хотелось бы поделиться этим райским уголком с другими. Я бы понемногу впускала людей и начинала бы их учить и объяснять, что с ними происходит и как на самом деле и можно жить. И впоследствии эти люди пошли бы проповедниками на большую землю. И пошла игра. И все, и нет уже острова. Уже нет. Уже чистоты нет. Уже потеряли вы райское место. Уже ушли обслуживать отравленную землю. Кстати, ситуация похожая в мире. Россия воюет, а жить-то стали лучше. Я про свой субъективный мир. YouTube без рекламы, в магазинах там не было. И пошло. Угу. Уже и так живем в деревне, во дворах у всех одно говно, палисадник вылизан, а у нас рай, палисадника нет. Ну, каждый уже переложил на свой палисадник, это хорошо. Елена пишет, первая мысль, которая мне пришла создавать сначала мужчину, чтобы пошло продолжение жизни. Если я женщина, создаю мужчину и создание себе подобных, а значит жизнь возрождается и продолжается. То есть, если я одна на острове, то надо сперва создать себе мужчину. Видишь, был задан не сути человек, не словил, знаешь, как... У кого что болит, тот о том и говорит. Вот здесь в чистом виде красиво это проявлено. Я говорю, что да, просто вот даже читая ответы людей, как кто видит, можно примерно описать жизнь человека. Следующий вариант. То есть человек находится на чистом острове и тут же... Так я тут же представлю, что весь мир здоров и счастлив. Он же у меня в голове. И улетел в голове. Бабочки, цветочки и ромашки на Юпитере. А вы на Земле. А...
Евгения. Первая мысль – радость спасения себя. Вторая – помочь всем. Третья – страх, опасность от людей. Буду моделировать мир, молиться, по возможности искать физические способы очищения природы, чем-то помогать так, чтобы не знали обо мне и о помощи. Я обслужу всех, вытру всем задницу, но никто не будет знать, что я та туалетная бумага. Ну да, описала правильно. Алюта, здравствуйте, Ирина, Наталья. Ну, уж коль весь мир отравлен, значит, ему уже не помочь. Тогда нужно сохранить то, что есть. И дай бог, чтобы тебя родные оттуда не выманили. Манипуляции родни самые изощренные. Смотрите, я в шоке, на самом деле, не говорилось ни про родню, ни про людей. Все, земля отравлена, да? То есть изначально вы предполагаете то, что ваши родственники, они или там друзья, они живут, в отравленной части, то есть они существуют, и для них это норма жить, то есть они могут жить в отравленной части. Не было же этого, говорилось четко. Они радиоактивные. Да, радиоактивные, да, радиоактивные. То есть не было, была отравлена земля, островок, и вы один на этом. Они вышли из Чернобыля, поэтому им все пофиг. Ну, вот даже уже это, понимаешь, вот уже не первый человек. Видишь, как-то выносит, что, значит, сказано, земля отравленная, но туда он засаживает родственников всех твоих. Своих. Смотри, он не на свой остров засаживает, а на отравленную землю. Да. Ну, потому что сказали же, на острове я один на чистом, да? Да. Но предполагаешь, что но родственники, они все живы на отравленной земле. Я бы просто продолжала жить на острове, выращивала чистые растения с людьми, если бы приехали, поделилась бы семенами. Но если люди заразные, то я бы не хотела, чтобы они приезжали. Я бы, наверное, создала себе мир, где чисто. Но одно и нет продолжения, и нет будущего. Поэтому надо было бы создавать вторую половинку. А как взять себе больного и сделать здоровым? И как продолжение дети здоровые, рожденные в чистоте. Наверное, так. Живя в чистоте, я бы знала, как создать чистоту вокруг. Я бы ее просто генерировала. Человек, живущий рядом, скопировал бы это. Хотя не факт, что я могла бы взять его болезнь. Но ведь если я в чистоте, то я бы даже не знала о болезни. Если бы я знала о болезни, то, наверное, осознанно создала бы здоровье. Тут трудно сказать. Ну, вот тут трудно сказать. Знаешь, как тоже много сказано, потому что человек пытается найти выход и там, кручу, и там, верчу, и там. Хочу, да. Да, как бы вот выходы. Хотя при этом выходы. Есть понимание, а что... А есть, да. То есть как бы рассуждает, да, действительно, как бы и выход туда, и выход туда, и выход туда. И не знает, знаешь как, и не знает, куда тыкнуться. Знаете, как вот, допустим, жучок ползет, а ты ему поставил заграду, угу. Он и сюда попробовал, нет, тык отвалилась, тык отвалилась, да, тык отвалилась. Где, да, ага. Да. Но во всяком случае отвалилась, ну, да, вовнутрь, уже да, плюс. Да, 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 это да. Ага, уже вижу сама себя, я бы оставалась сама собой, занималась тем, что нравится, наслаждалась красотой острова, несмотря на то безумие, что творится вокруг. Занималась красотой острова, несмотря на то безумие. То есть вы решили, осталась что сама уже безумие, собой. Безумие там. Угу. Ну, уже хорошо. Да, уже хорошо. Я не хотела жить в этом мире, где нет никого, где я одна. Страх, что мне придется жить до конца дней одной. И все, и сразу раз, и в могилку закопать. А вот такая ситуация. А вы сразу себя видите, как вы раз и сложили лапки. Угу. Не пить отравленную воду. Но как ее не пить? Мне кажется, по инфодайингу это оставаться в обществе, ведь все люди – это твои зеркала, и работать над собой, прорабатывать тревогу, обиду, жадность, злость, учиться прощать. Вот таким, я думаю, способом чистятся зеркала, и тогда вокруг будут чистые зеркала. Или второй вариант – оставаться на острове и деградировать до папуаса. Ну, хороший вариант.
Остается одно – создать свой собственный мир, в который отравленные люди не смогут попасть. Мы же все творцы определяем, ну, защититься. То есть мы определяем свою жизнь, окружение, занятия, интересы. Это позволяет не играть в свои игры, не соглашаться на заражение своего мира извне. Правда, у меня это привело к одиночеству. Ко мне заходят в гости друзья и те, кто не может на меня влиять. Но большую часть знакомых людей барьер отсек, как токсичных, отравленных ядом этого мира. А кто токсичен-то, Алекс? Кто токсичен-то? В какое зеркало смотримся, если мы поставили барьер? Знаете, вот закройтесь в комнате и не проветривайте ее, и просто там поработайте с утра до вечера, покушайте там, попукайте, ну, можете в туалет сходить и так далее, да? Вот все в одном замкнутом пространстве. И к вечеру задайте вопрос, а кто токсичен? Когда вокруг стоит барьер. Само собой. И не надо ничего придумывать. Особенно если туалет будет не канализация, а прямо здесь, в выгребной этой яме. На самом деле, да, Алекс, вам очень много сейчас на осознание. И работа над собой очень большая. Угу. Потому что тут про токсичность просто ядовитость. Когда уже остается одиночество. И оно уже входит в жизнь, и оно уже фонит. Это говорит о том, что вы в этой яме уже за это вот лись, конечно. Ну как это так, чтобы не выругаться? Я буду делать практику счастья. Я ее и сейчас делаю, чтобы не впадать в отрицательные эмоции. Мне помогает. А на острове эту практику еще приятнее будет делать, если вокруг красивая, чистая природа. Вообще в кайф. Ну, мне это нравится, как вариант. Но этот вариант Затуханием. Спасение психического здоровья на время. И все, он односторонний, да. Он с затуханием, конечный. Потому что он односторонний. Я бы оставалась на острове как можно дольше в ожидании того, что мир выздоровеет. Но оставшись на острове в полном одиночестве, я совсем бы сама обезумела. Но на самом деле, как только вы начинаете ожидать чего-то, вы уже в паузе и вы уже обезумели. Жить, сохраняя чистоту природы. Европа скоро замерзнет, зато у нас включили отопление. На улице было плюс 21. Еще никогда я так сильно не ждала холодов. Это один и тот же человек, да? Нет, это разные люди. А ты прочитала первую, что-то жить... Жить, сохраняя чистоту природы. Это Оксана, а потом Елена. Вот, вот это... У Елены там уже война, дальше пошла. У Елены, пошла. Да, а Оксана молодец. Здравствуйте, дорогие. Мне пришел образ голубка с белой весточкой. Скорее, я поддерживала бы с безумным миром связь через него. Так люди узнавали бы о любви и свете, о том, что я на острове делала. Пришел образ, как я гляжу на свое отражение в речной воде. Фантазер, ты меня называла. Ничто на самом деле. Просто, знаете, как вы... Я скажу бабочки, так, цветочки. В жизни вы свои возможности все профукиваете. Бабочки, цветочки, а возможность это не для меня. Это вообще я пуста, а мне вот Альфа Центавра. Антон. Про остров интересный тест психологический. У вас он существенно изменен, но с условиями конкретнее надо. Либо ты один, и только люди знают и придут, хотя в моем случае невелика разница, жил бы там спокойно, но если вдруг пришли, может... А, то есть где-то есть такой похожий тест. Где-то есть тест, смотри, и человек вот попытался совместить в одну кучу. Да, а вот совершенно даже и близко не было этого, да? А смотрите, был конкретно задан просто вопрос. И вам всего лишь ответить, а вы что сделали? А, вот они оттуда взяли. А вот это они неправильно взяли. Они недавно... И пошло. И пошла на самом деле себя, знаешь, как разорвал на части, разбросал. Фантастика. Вот на самом деле вот эта стратегия мышления, это кто у нас? Это у нас мужчина, это у я нас докажу, Антон. Знаешь, как, я докажу, что вы лжецы, я докажу, что вы что-нибудь еще там, но я докажу. Смотри, на самом деле, то есть у человека
внутри борьба. Борьба. Ладно, я не буду больше ничего говорить. Просто здесь очень круто отдает женщиной. Вы знаете, я, Антон, сейчас скажу одну такую штуку. Вот, вот это мозгокрутство, да, оно, конечно, мужики скажут, что да, здесь же логика мужская, там, вот все, что у вас и дальше написано. Знаю, что в классическом тесте ты царь и бог, мог придумать что угодно, но специально дал ответ, как если бы у меня текущий... Это вот все... Про мозгокрутство, это действительно свойственно мужчинам, но у вас здесь очень круто фонит женская составляющая, свалить все в одну кучу, благо, что вы над ней пока не плачете. И это очень приятно, потому что вот здесь у вас в вашем ответе очень сильно проявлена слабость. Слабость такая, не мужская слабость. Точно. Вот на это надо обратить внимание, потому что в жизни вы очень часто там, где надо, мужское решение, мужской поступок, мужской выбор, вы включаете вот это мозгокрутство и ведете себя как баба. Вот у вас это здесь четко-четко прописано. Это вот ваша черта характера. Ты не так сделала, поэтому вот это так. Ты бы вот так сделала, было бы вот так. А раз ты не так, то... И все. А дела нету. А дела нет. А где дело? Заткнуться и делать. А что ты трындишь и не делаешь? Это уже есть. Так делать. Уже надо делать. А нет, трындить. Угу. Лучше. То обвинять. Есть в жизни будет это проявлено вместо дел. А вот обычно это женская черта. А мужик, вот чем отличается мужчина, да? Обычно вот такой классический сильный мужчина, это мало слов, но просто... Но этот пояс чухает ровно по своим рельсам. И эти рельсы он знает, как проложены. Фу, спокойствие такое. И знание глубокое. А вот это не мужик. Все. Только создавать новый мир. Тем, кто добирается до острова, показывать, как можно жить по-другому, учить, создавать, развиваться, строить из благодарности самой себе за этот шанс. Ну, в принципе... Хорошо. Правильно. Как бы. Угу. На самом деле, то, что... Вот ответ, который... Я на что говорю, что вот где... Ну, как бы мне нравится ответ, как, когда? Когда в ответе слышен родник. То есть родник. Вот, да. Живая вода, которая... Мой ответ на ваш вопрос. Я была же была бы на этом острове, была бы счастлива. Благодарю вас за вопрос. Вот. Вот тоже. Конкретно. Все четко. Конкретно, да. Я бы импровизированные плоты с ростками и саженцами растений, с возможностью их прорастания, когда они достигнут большой земли, первое, что пришло на ум. Смотри, вот тоже человек раз-раз-раз и уйти от себя. И утек. И на самом деле и вы и потеряете, то есть не заметите. Угу. Как отдадите свой остров. Дальше, Ольга. Первый вариант. Я позову людей с призывом, что только на острове они выздоровят. Второй вариант. Я создам здоровых людей и мир везде. Ну, тоже вот. Меня нет. Меня нет. Я даже не знаю, кто я, что я, но я должна служить. Мне надо, я должна. Транспарант на плечи, да. И пошла с лозунгами. Да, да. Вот, это жизнь через транспаранты. Знаете, это вообще очень хорошо инкарнировать в начало прошлого века. И там, помните фильм, когда власть меняется? Тык-дык-тык-дык-тык-дык, прошла красная конница. А, тык-дык-тык-дык-тык, прошла белая конница. А вы транспарант то одной пронесли, под другой пронесли. О, какие бегут, а, это флаг. Я размышляю так. Если я Бог, то могу творить свою реальность сама. Если ко мне собрались отравленные люди, то значит я сама это сотворила в своей реальности. Чтобы изменилась моя реальность так, как я хочу, то значит мне следует поработать над собой, подумать, зачем я сотворила себе эти отравленных людей, которые собрались плыть ко мне на остров. Соответственно, пока они плывут, я работаю над собой, занимаюсь своим кайфовым делом.
А там, глядишь, они либо не доплывут, либо передумают плыть, либо приплывут обновленные. Либо доплывет тот, кто обновился, либо еще что-то. Ведь мое сознание все создает, а все, что происходит вокруг меня, результат моих мыслей и действий. И мой остров будет процветать. Знаешь, как я делаю какое-то дело, так посмотрю, видите, как я делаю? А кто-нибудь видит на это? А это обращает внимание? Да вообще уже похрен, что кто-то видит, зато я его делаю. И так нормально, пока писала, дошла до того, что мне уже похрен. Но я его уже делаю, молодец. К концу пришла к себе, да? Но это хорошо. Вообще мне это понравилось. Во всяком случае, да, я тоже. То есть сначала было за упокой, да? А закончили за здравие. Круто, Ольга, вообще. Круто. Но он чувствует, что человек идет. Человек идет, и человек, вот пока писал, до него дошло, да, что, да, блин, да уже похрен. Прям в процессе. Через моторику дошло. Прям в процессе писания выросли, росли, развивались, дошло. Действий много совершилось. Класс. Ну, молодец, все равно классно. Ну, Дима, позволить остальному миру быть такой, какой он есть, принять его выборы. Второе, внимание на свой мир, создаем свою игру. Ну, четко, ясно. Дальше. Ольга, уф, девушки, вы загадку загадали. А вопросов много по водным данным. Насколько все заражены? Чем действительно ли не уверена? Что есть на острове? Насколько большой? Какой климат? Есть ли средства коммуникации? Какие способности у меня? Хотелось бы... Ой, бля, я столько не прочитаю. Это, знаете, как, если вы приходите что-то покупать, то я такого бы покупателя боялась бы. Продавцу сразу надо табличку клозать. Закрыто. Да, так все по полочкам. Так, подождите, подождите. А здесь-ка, подождите, подождите. А здесь это. Я полностью еще не разложила внешнюю игру. Меня дома уже нет давно. Да. Я уже забыла, там ветер и сквозняк гуляет. Но здесь надо же за что-то зацепиться, чтобы уже совсем не сорваться на Альфа Центавру. Инга, благодарю этот остров, напьюсь воды, пойду создавать свой рай. Хорошо, что воды. Может, телефон кат корректировал. Точно. Так, также я... Напиться и забыться. Также я буду в идеальном состоянии поддерживать себя и природу острова в балансе и процветании. Ответ на ваш вопрос. Я бы всех пустил на этот остров. Если остров не отравился, значит, он может излечить всех. А сидеть на здоровом острове и знать, что вокруг больные люди, это травить остров собой. А смотрите, вы же создали сами больных людей. Вот смотрите, не было ни одного слова, да, в задании вот в этом. А вы конкретно, вы создали больных людей. Представляете? Это как перед этим мы записывали подкаст. Как человек видит одного и того же человека, да? Один видит его там в маске, а второй видит его с рожей. Ну, болезнь рожи. Угу. Так и здесь. То есть заранее создали себе проблему, с которой вам надо будет, ну, не знаю, как называется, жить или бороться. Слушай, там дальше уже доходит дорога не по России, и Украине, и Беларуси. Нет, тут просто очень много этих вот. Я столько не перелистаю, не прочитаю. Тут просто вниз еще портянка тянется. На самом деле, несколько ответов были такие. Четкие. Есть данные, да, вот четкие. Данные такие, что есть остров, чистый, красивый, природный остров, и вы один. Все, у вас есть жизнь. Это же ведь по образу и подобию. У вас есть жизнь. Все, живите, создавайте. Живите в интересе, свой интерес. То есть вам надо в своей жизни найти интерес. И это ваша жизнь, конкретно ваша жизнь. И вы в этой жизни есть. Все. Конкретно ваш остров. Вы живете, вы развиваетесь, вы проявляетесь, вы творите и так далее.
И в зависимости от того, как вы творите, живете, развиваетесь, проявляетесь, все ответ остальное. Прост, да, ответ на самом деле проще не бывает. Вот это ваше тело, с которым вы родились. Живите, вот его, и создавайте этот мир, в котором вы вот сейчас, на этот остров, вы в нем живете, найдите в нем счастье, найдите интерес жизни, вы есть, вы проявлены. Все. Как только вы создали отравленный мир, вы в отравленном мире. Пока вы на своем чистом острове, этот мир не ваш, вас там нет. И там может быть любая игра без вас. Да. Вас там нет, у вас нет остров. Все. Да, если вы начали смотреть о том, чтобы там привлечь кого-то, это то же самое, как... Спасти кого-то, да, уговорить это... кого-то, вылечить это кого-то. Это то же и самое, далее. Смотрите, уже у нас микромир уже залез в человека. Я к тому, что наука лезет вот точно так же, неизвестно куда, и притягивает. И эти вирусы, они уже есть в наших телах. Вот это то же самое. Знаете, назвать это жадностью. У тебя есть красивый клочок земли, остров. Живи и процветай. И тогда вокруг, сделай этот остров, сделай свою жизнь такой красивой, чтобы все окружающие, и неважно они какие, есть они там или нет их, и какие они просто не могут вам, зеркала ваши, вот представьте, что это зеркала, они не могут не начать отражать вашу же красоту. И у вас мир расширяется. Красота начинает, красивый мир, красивая жизнь начинает расширяться. Но при этом не акцент залезть куда-то, ой, я такой умный, я притяну еще кого-то, я вот им покажу, как надо. Да, все, ваше внимание ушло вовне, это уже пришли, значит, инопланетяне, микробы, болезни, там еще все, что, глисты, что хотите. Все, вы ушли из своей вот этой красивой жизни, из того, что у вас дано. Вы ушли из нее. Вам ее стало мало. Вам надо кто-то. Что-то. Ну, точно так же Ева ушла из рая. Да, да, точно так же. Точно так же Ева была в раю с Адамом. Но им стало мало. Там, по-моему, отравленное яблоко, или это в сказке? С червяком. С червяком просто, да, в Библии. С червяком, ну, по типу тоже. Вот вам, пожалуйста. А в сказке есть где-то с отравленным яблоком. Ну, это я уже так. Вот. Когда вам мало себя, когда вам мало своего мира, когда вам мало того, что вы имеете, и вы это перестаете ценить, то у вас работает жадность и желание захватить чужое, посягнуть на другой мир. И для вас этот другой мир, он для вас априори отравленный, он не такой, как ваш, он обладает другими качествами. Вы его создаете сразу отравленным, потому что вы будете на него посягать. Вам же надо предметно сказать, что это мое, потому что... Да, потому что надо оправдать свою жадность. Все, пошла жадность. А жадность начинается с чего? Она начинается с определенных эмоциональных состояний и желания сознания зависнуть на расширении игры. Здесь зависть пойдет. И потом подойдут качели, гордыня и так далее. Но вот вас оно, уже дома с чертами. Нет. Но вас уже дома нету. Вы уже ушли со своего острова, ушли завоевателем на другие территории. И вы пытаетесь эти территории спасти, очистить и так далее. А это знаете, все можно по образу и подобию. Словом, жадности. Да, это все жадность. На самом деле вы можете посмотреть историю, как миссионеры, христиане огнем и мечом несли свои считая, что это убеждения. Правильно, да, и просто... Несли это вот прям с огнем и мечом. Это правильно. Мы так решили. Мы так решили, да, что это правильно. Правильно. А это на самом деле не позволение самому себе быть дома, заниматься любимым делом. Быть самим собой. Быть самим собой. Это не разворот к самому себе, не проработка своих основных моментов, связанных именно с жадностью, со злостью, с виной, с обидой, с агрессией, вот со всем этим. То есть это... Я не интересен сам себе, мой мир не интересен мне, мой остров не интересен мне.
я готов идти служить за то, что мне заплатят там $500 зарплатой, но я не буду заниматься своим любимым делом, я не буду развиваться так, как мне интересно, я смирюсь, потому что так говорит религия и так далее. И куча, видите, сколько программ я сейчас озвучиваю. И если их положить на жизнь, то кажется, ну да, это же так нормально. А положите на остров. Нормально это? Вас нету дома. И тогда каким будет ваш остров, если вас нету дома? Если человека нету, вот посмотрите, старый дом, умирает человек, и проходит, год проходит, и уже дом этот ветшает, рассыпается, по сути дела наступает состояние праха. А возьмите деревню, которую там 20 лет, как уже дома, никто не живет, они все уже под снос ушли. Больше 20 лет нет ни одной деревни, даже сейчас 3-5 лет, и дома под снос уходят эти. Они моментально ветшают, если там нет внимания человека. То есть человек просто убрал внимание из материального дома, и он обрушивается, ветшает. А вы убрали внимание из своего острова, из своего храма души, из своего внутреннего мира. Вы неинтересны сами себе. Скажите, там будет здоровое тело тогда, если оно вам неинтересно внутри? Оно будет все, тухнуть будет, разваливаться. Вот ваши болезни. Потому что нет интереса к себе. А интерес к себе начинается с интереса к тому, как вы проявляетесь. А вы проявляетесь... Искренне или нет. Искренне или нет. И плюс та эмоциональная составляющая, те состояния, из которых вы проявляетесь, опять-таки, из которых строятся ваши взаимоотношения, то, что вы делаете, интересно вам это или нет. И пошло, и пошло, и пошло. Это много граней, но да, это все грани ваши, это ваш остров. Мы все, абсолютно все, даже с мала до старого человека живем, развиваемся в копировании. Mm-hmm. Мы копируем. Так что ж мы копируем тогда рядом? Копирование – это как зеркала, вот, да? Отражение. И поэтому над чем надо работать? Над собой. Именно чтобы очистить себя. Да? А очистив себя, заниматься любимым делом, то есть быть солнышком. Если в тебе внутри солнышко, ты светишь, как солнышко, у тебя зеркала все, они будут отражать солнышко, и солнышко становится большим. Смотрите, солнце, да, на самом деле, вот природное солнце, оно когда светит, это жизнь. Нам всем хочется жить, нам хочется радоваться. Нет болезням, когда солнышко, то нет заразы, нет. Эти вирусы дохнут. Дохнут. Вот, я и хотела сказать, забыла, как это слово. Так вот, представьте, что и вас, когда в вас солнышко, оно же отражается везде, вот точно так же. И солнышко не может отражаться тенью. Если есть солнце, то и тени нет. Солнышко будет тень, вот я имею в виду солнышко в зените. Суть в этом. Мы все копируем, идем копирование, то есть отражение. И вот что мы можем... Поэтому, так как мы отражение, да, те люди, которые нас окружают, и то, что нас окружает, это же наше отражение. И если это не солнышко, то надо задуматься, есть над чем подумать, куда ушли из дому. Смотри, вот даже под твои слова, я тут ниже пролистала, тут просто много комментариев, можете почитать под предыдущим подкастом, много комментариев. Люди, вы поняли задание или нет? Вас иносказательно попросили описать ваши действия в сложившейся ситуации в мире, где везде вранье, обман, убийство и война. У вас есть ваш мир, ваш островок, ваши действия. Смотрите, как вы себя вписали в картину чужой реальности. Вообще вы просто взяли чужой мир и сказали, я буду в этой игре играть. Так, ту-ду, клякс. Смотри, сколько здесь злости. А почему я говорю злость? А, ты тоже сказал, да? Ну, так я же сейчас специально эмоцию вложила, ну, когда да, говорила. Да. Когда я клякс оставила, так, глубоко. Ту-ду. Да, да. Я же специально эмоции показала. Угу. Это ваши эмоции, зачем она вам? Вы увидели чужой, с призывом, айда за мной. Это круче, чем власть меняется. Точно. Потому что тут еще, знаешь, там просто тык-дык-тык-дык, а здесь еще и с эмоцией. Ту, по башке.
Тут надо агрессию прорабатывать. Здесь только, да, злости. Здесь очень много злости. И причем, смотрите, захватнической злости. Я захватываю чужую игру агрессивно. Я буду играть в эту игру, и вы будете играть в эту игру. Потому что вы ни хрена не поняли, только я поняла. Вы ничего не понимаете, да. А я знаю, как надо и как должно быть. Да, 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 да. Видит это вам? Что, еще что-то? Обеззараживаю тех, кто решил ко мне зайти. Знаешь, как я вижу? Знаешь, как я вижу? Презервативы. Ой, ребята, спасибо за таких. А вы всех обеззараживаете. Или только избранные. Ну, уже хорошо, что так не смешили. И это... Я прям представила. Смаз. И на этой прекрасной ноте, наверное, имеет смысл закончить и дочитать остальные комментарии. Остальные прочитать. Ой. Нет, там просто вот еще 14 ответов, то, что у меня еще не открылось, а висит, что там должно быть. Мне кажется, остальные уже поймут, как и что к чему. Ну да, ну мы основной ответ дали. Но копирование. Без обеззараживания. Обеззараживание уже сейчас произошло. Через состояние счастья и любви. Вообще бомба. Бомба. Спасибо вам большое всем за ответы. На самом деле, возвращение к себе, к состоянию счастья, к состоянию радости, к состоянию любви. Когда у вас внутри солнце, когда внутри, оно снаружи вас тоже есть солнце. Вы. Да. Да. То есть вы то солнце, которое определяет счастье. Вы то солнце, которое определяет жизнь. И от того, как вы светите, так вы и живете. И... И обеззараживаете самого себя своим солнечным светом. Спасибо. Спасибо.